Приветствую вас на канале «Калейдоскоп Вестей». В новогоднюю ночь 2022 звездные супруги Алла и Максим устроили шикарный праздник в своем красивейшем загородном замке. Примадонна не зря считается одной из самых гостеприимных хозяек среди звезд российского шоу-бизнеса. В своем доме в подмосковной деревне Грязь она регулярно устраивает приемы для друзей. В этот раз в гости к Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину на Новый год пришли Юдашкины, Игорь Николаев со своей супругой, Алина Редель и многие другие. Новый год звездная пара отмечала с шиком. Накрыли стол, который ломился от еды, расставили по поместью многочисленные елки. Алла Борисовна одела визитный черный балахон и отутюжила светлые локоны. Детям разрешили лечь спать попозже. Гарри и Лиза отмечали праздник вместе с остальными. Максим Галкин весь день расхаживал по замку, снимая на камеру радостных гостей, неугомонных детей и любимую супругу. Марина Юдашкина решила порадовать хозяйку. Поддержала ее дресс-код и пришла в черном комбинезоне. Максим запечатлел, как гости стоят и с серьезным видом ждут наступления Нового года под бой курантов. Кажется, каждый успел загадать свое сокровенное желание. А Галкин смог поймать свою жену в тот самый момент. Она хотела незаметно от остальных поджечь бумажку со своим желанием. От вездесущего шоумена это не укрылось. Члены семьи вместе с гостями послушали видеообращение президента, а после наступления 2022 года превратившиеся в пепел бумажки с желаниями выпили вместе с шампанским. С торжественным видом Примадонна пожелала счастья всем присутствующим, а также выразила надежду, что в мире не будет больше никаких войн.